Вот так запись надо включить этого ППГшника. Вдруг паутит кого-то. Ну и короче, блядь, ты понимаешь, там люди пишут, ну, на жарах чуть не обосрались, там всех миликов положила этой цепухой. Ну, короче, так и не пиздили. А пиздили, не пиздили, я что-то не следил. Ну и короче, чемпионы. И такие в чат пишут, сейчас вайпнемся нахуй. Я говорю, блядь, кто говорит вайпнемся, сейчас 5000 гп дам, говорю, блядь. И мы, короче, убили, просто я все раскидал, распределил. Мы захуярили. Молодцы. Че, где хил, ебаный по голове? Он прибежал. Упс. Кто это? Это Холли Пал. Пал Шупер, Пал БДК, Мах, нормально все так. Просто через себя его кинул, или... Паутину кину, я только начал кастовать, когда эти под 10 буду. Бля, я как суп проебался этой паутиной, бля. Три секунды ходил, пока голову додумался. Захуяли этого паука. Смотри, пришел, загнал на 7 рублей. Блять, босс умер быстрее, чем паук, который его охранял. Угу. Параша какая-то. Делается. Распыляем, нахуй. Выиграл что-то. О, осколок. Я уже профу почти качнул, у меня, по-моему, 440 вложений чар. Чё, смотри, я теперь пожирнее, да? Ничего себе, смотри, прибавилось. Да. И то, что тот раз пошли, Рови там, бля, роняет. Уярим дураков. Ну теперь вообще просто все. Ебать, исчезло все. Баганая хуйня, конечно. Паутинка выпадет, отвечаю, просто. Там же с него падает. Травка. Три клевера, ништяк. Падает, по-моему, с него что там, три шмотки и паутинка. Паутинка, квинтэссенция, паутина охуенно трения. Я с ней гонял. Она барьер создает, у нее КДС как 45 секунд, короче, он там нормально абсорбит для ППГ. Какой мне меткости будет нужно. Ох, сейчас шип. Он трешку даст. Там дальше сам как. Топовый или я тут там. Я. Сука, мразь. Нету Твинис.
Падла, блядь. Не прокнула. Ты заметил, что починили не стоит ебаны? Теперь жуки не прут, как мудаки. Просто надо первых жуков вот этих убивать больших, иначе они вызывают. А я его всегда проходил, у меня никогда ничего не багалось. Я иногда багалось. Когда вниз прыгали и вот этих жуков не убивали, всегда, блядь, шла толпа ебучая. Ну и ДПС, естественно, был, блядь, другой. Ты чё, в РБК пробнем, блядь? Мы там пиздец обосрёмся. Да в РБК... Сколько у тебя там? 216? Нет, 220 возьми хотя бы. Далки бросаю просто. Один хуй, пока криты по мне все равно летят, капу нет. Чё там круто? Ой, лол, ебать. Хуярил одного. Заебал. Не дураки, сука. Ты чё жука, блядь, напугал, нахуй? О, блядь, чё делать, нахуй? О, мой. Уже комфортнее в РЛК, блин. Десятка глыбы прилетит. Лутаем, лутаем, лутаем. Надо пала взять, хила. Может, нахуй это РБК, а?
Ну, РБК все-таки шмот охуительный. Как мне ливнуть теперь, блядь? Ливнее покинуть группу, правую кнопочку персонажу. Блядь, нету этой хуйни. Короче, макрости даю, как ливать группу. Не, ну теперь-то я уже ливнул. Кидываю. Вот, делаешь себе макрос, вытаскиваешь на панельку. Он и спать и ливает, и разбагивает лиф. Ну, оно разбагалось уже. Да, и разбагивает лиф, если ты последний ливаешь с ППГ. Отличный макрос, 5 лет. Так тут оно разбагалось уже у меня. Ну, нормально, значит, оно просто циркуль багался. Циркуль багался, ну. Не багался. Чё там? РБК, вообще не. Где палка этот, блядь? Ну и не дам, да, вроде тот, кто писал. Возьмем. Сука, я не понял, а чё, блядь, эссенции от лаги не было, че не? Чё это такое? Ты не утонул, босс? Вроде вот, а может и нет, хуй знает. Вот я ходил, не утонул, сейчас. Короче, ты забыл утонул. Я же говорил, лутаем, лутаем. У меня, короче, две из трех есть. Эпоха. Ёбаный в рот. Блять, артефакт здесь видюха выдается. О, блядь, опять началась хуйня. Чё выдаёт? Видюха артефакты выдаёт, блядь. А, ты имеешь в виду вот это вот исчезновение текстур, да? Да. Вот, я могу тебе скрин сделать, блядь. А причём... я вижу эту. А, знаешь, как это лечить, допустим? Если ты близко приближаешь мышь, они появляются. Попробуй отдалить мышку от персонажа, и они убираются. Я хуй знаю. Вот, смотрите, скрин делаю. Не, ну я вижу вот это пропадание. Да, видишь, пропадание. Одна полоса прям через инсты не ебануться, нахуй. Серый фон какой-то. Да, пиздец, нахуй. Ебануться. Хуёво. Бля, камеру отдаляешь вообще плохо. Не работает. Через текстуры не вижу, как мои шары, только анимацию и все. Че там хил дрочит, что ли? Пулера нет. Хорошо. Блять, это хуйня, кстати, вот. Вообще, да, бесит, блять, просто нахуй. То голубое, то серое, это пиздец. У меня серая вся параша. Я в шоке, блядь. Параша какая. Да, хуярь, я тебя сибил, блядь. Ну и здесь наш добавитель из-за того, что танк моб не убил, он хила убил. Этой херней, короче, стоял хил. Танк не видел, что его бьют. Алло, алло. Блядь. Ну это хуйня вообще серая. Вообще полная, да. Вот, только если направо смотришь в сторону Марага, то более-менее этих не появляется полос, блядь. В другую сторону разворачиваешь, начинается пиздец. Да. Так что смотри все время в правую сторону. Что-то они подправили, слышь? Вот это обновление, они текстуры урезали, походу вот это баги это дало, блядь. Это давно. Да я как я начал первый раз тут вижу. Паладином, как начал верить паладином, какая хуйня была всегда. Он написал, думаю, что, ребят, мне видеокарта пиздает. Не, я первый раз такое вижу. Вот, короче, смотри на Марага, вот в сторону Марага, и бегай влево-вправо, тогда этих артефактов не будет. И смещайся вот так, по деревянненькому, короче. А потом побег к порталу, блядь, и все равно эти параши появляются. Вот, вернулся, опять говно началось. Туда смотришь, нет говна.
флаг. Мне кажется, ты за одно, блядь. Увик испортился из-за этого, блядь. Какой мувик? Я записываю. Попробуй с Полгиркиным, блядь. Вылезли еще пидоры. Прибытие босса. Прибытие босса. О, надо капельки сейчас посливать. А чего? Нахуй они битые текстуры загрузили нам, сука. Чтобы мы донатили нормальные. Босс охуел, что-то делает и кастует хуйню всякую. Обычный моб был, блядь, кастует что-то ебануться. Чё за капли, да? Текстуры эти еще, сука. Блять, так нечестно, сука, под землей-то ходить, блядь. Капля ебаная. Нет, а чё? Там дохуя слить, что-то не вообще жестко откидывают. Вождан мне дал 5 ДС, блядь. За что? Ну, на тапке. Я это, бислист составил на мишку. Прикольно. Короче, ну, тапки крафтовые, там, 264, они идут с мастерством. И они как бы, ну, я мишку хочу в мастерство собирать. Потому что, ну, мишки, оно, ну, самое профитное. Ну, про товар тоже. Но там надо заебешься его собирать. Хотя почему, ну, как бы... уже сделал, там все посчитал. Вот БДКшнику меньше смысла мастерство собирать, потому что у него реально меткость тащит. Чтоб кап был, когда ПШкой не мажешь никогда, и все, у БДКшника проблем нет. Хотя гунический удар курировать нельзя. Что-то там, я решил Т10 собирать на МДК. Сходу. Хорошо магу он играет. Не, ну и ВК вообще легко убивается. Это хорошо. Не, оно бомбить не стал, вообще даже драйв не стал. Тут ПС нет. И... там, понимаешь, там... дело в том, что... зарываний будет... ну, блять, больше двух. Ну, нахуй знает, там на первом зарывании силы уже проебут. А чтобы их не проебывать, это надо знать, как их не проебывать. А чтобы знать, как их не проебывать, надо знать, зачем их не проебывать. То есть, понимаешь, столько очень много цепочек логических умозаключений, блядь. Ну что просто, это реально, надо сидеть разжевывать. Я, ну, я не верил, что в рейде все знают тактику. То
то есть там тупо не убьем. Из-за того, что лужи исчезнут, будет вайп. Плюс там с трэшем проблем. То есть 4 жука, они если 2 рядом ходят, они хуярят там, ну, по 30 тысяч минут. Ну считай, танки попадут. То есть там надо и контроль жуков, и ДПС в жуков, и танки на жуков, блядь. И там вообще все надо, блядь. Там нужно пиздец, там выкладываться надо. То есть не в зубах ковыряться. Не как мы на циркуле, блядь. 3-4 жука вместе, и они заливаются, блядь. Это очень большая разница с циркулем. А между призывом жуков там хуйня времени. Какой есть меч 200 на мага, левая рука? Меч левая рука? Пушка, да. Не знаю. Наручный меч. А, наручный меч? И в левую руку прям? Угу. Да нету такого. Посох с ямой есть. Да я так бесит, эти лаги прям вообще кошмарно просто. Бля, еще 6 порталов целых. Серая параша, блин. А вообще пиздец. А кого он там вызвать решил, их мудак? Ага, ясно. Войд Волкера это. Серое говно. Пускай откатывает обратно свой патча босса. Нихуя, 4500 оборвался. Если сделал на штанишки нитку, на плащ нитку. На башку черпу. Шапка с леди лежит на варе, не нужно. Бля, мне нужно палатин. Лечь с кораблей. Я бы на паладина составлял без листы, но что-то вот он мне меньше понравился из всех танков. Ну, какие-то плюсы у него есть на циркуле, а здесь, блядь, просто сценарий. Ну, потому что протовар чисто свейши выруливает. Пал это да не плохо. Пал он как бы нужный класс. Олик, Летри. Протопал уже пацаны. Ну, тоже есть фишки там, бафы-то друидовские. Да я возьму эту самую. Я себе сделаю инжу для редрика. Редко бегаю жестко. Блять, серая эта параша так мешает. Я первый раз эту хуйню вижу. Заебал долгий инстригучий. Хоть бы побыстрее порталы появлялись. Каждый портал появляется на одну секунду быстрее Успели залить, получайте новый.
кстати, да, было прикольно. Ну, чтоб было заказ какой-то. Блин, в другой конец бежать по серой хуйне. Серый, нахуй. Че это мы? Ебать, пол экрана просто серое, ебануть. Да вообще пиздец. Я не вижу все серое, куда вы нахуй? Все серое. Сдохните нахуй. Сука, не могу ничего нахуй. Ну я сдул всех, просто дунул и все умер. Видел, да? С горы, блин. Задул, нахуй, 800 как кританул, и все подохли. Конус холода покинуть тело, блин. Конус холода, кольцо льда. На эти хули стоят. Они дерзкие, да? Еще блинкуют сюда. Да сука. Ёбаные придурки. Ну, женаговское дерьмо пожинало. Ёбанутые мобы, блядь. Давай, сучка, спускайся, блядь. На серой хуйне танчить не хочу, пойдем сюда на ступеньку. Блядь, тут тоже серое все. Блять, как встать, сука? Вот так заебись. Вот так. Сука. Ебать. Она мне дернула, все посерело, блядь. Блядь. Весь экран серый. Курва. Крутой босс. Угу. Недооценили. Ну, ну, параша. Чуга босс. Тебя похвалили. Лайк на видео. Чем я красавчик такой? Я хз, спроси меня. По-моему, мах красавчик, блядь, 3300 ДПС отдал. Вот это да, блядь. Чё, у тебя получается одна эссенция, да? Ну, три у меня, ну, две было. Три? В смысле три? Мне две лежало. Какой запас, блядь. Сдал этот квест-идущий. Выше голову. Так, 25 из 30. Мне еще одна нужна. Ну, если тебе босса на перчатке выиграл. Продаем. Сука, не могу распродать. Персональный, ничего не может. Вроде на трофе я распылю. Скилл еще не тот. Так это персональный. Выбирай. Есть, а персональный продавать, да. Соленая алюминия, блядь. Так, еще одна эссенция. Потом я паладином могу потанчить тебя. РБК? Подойд... Да, или РБК. Не знаю, в РБК хотелось бы своей пати ходить, а то, блядь, какие-нибудь бомжи будут забирать, блядь, лю. Рей, опять же. Надо брать вон Честера, Роми, еще кого там еще, блядь. ДД, суслятинку, да. Блядь, их хуярить, да, в РБК, чтобы всем нам. Кому. Я недавно лачдан тут в РБК звал, говорю, не, спасибо. Орхидея тоже. Не такие пиздодельные, знаешь. Фармят там что-то, талик покупают там. Сидят, считают, там таблицы там видел, да?
Там пиздец, такие бухгалтеры, я ебал. Пойду курнул. Так, что, погнали еще одну. Сумки, 5 сумок есть. В принципе, я заработал, знаешь, сколько на сумках? 3000. Что-то, блядь, думал. Продал сумку. А? Что-то думал. До Кару, короче, ходить тоже. Бля, Каругер надо, там квест на Каругер. Туда вот Каругер надо. Туда нужно ровненьких, четких. А, танков я, кидать. Короче, вот что думал, блядь. Давай-ка регай эту. Как она называется? Кузня, Рыбака? блядь. Кузня. Квест там? Да. Еще. В ледяную цитадель. Войдите в кузню душ. Вот это правильно. Должно пропустить, поэтому... А я бы еще в яму сходил, кстати. В гер. Вот, мне нужно вообще начальника Гархолда убить. Давай эти три. Все три регай. Кузня, яма, гер, да. Подожди, а гер пустит? В общем, сейчас посмотрю. Так, кузню душ пускает, яма Сарона, убоит Фрозен и выполнен требуемые задания. Кузню, рега, гер. Ставим галочки всех остальных. Регаем кузню гер. А кузня гер есть рега? Ах, кузня, подожди. Блять, а давай в чате соберем кузню. Обычный режим, вот героический. У White Frozen недостаточно хорошая экипировка. У меня 209, сколько у тебя? 216. 216? И у тебя недостаточно хорошая экипировка? А, я помню, мы, по-моему, ходили это руками. Кузню я. Надо собирать пати, потому что
У тебя какая карта? Пятая? Алло. Ну да. Что это туда летим и суммоним? Можно пешком с 200-го, слышишь? Я Сейчас полетел. давай собирать хуже. Герхилд, да. Зачем три, блядь? Я один. Два. Мы залы не пройдем, слышишь? Залы даже не собирай. Собирай кузни ямы. Ты залы, блядь, с нормальным ДПСом по 5 рублей от каждого. Ты не пройдешь. Там пиздец. Я, блядь, паладином ходил 226-м, 230-м. Мы нихуя не могли пройти, блядь. 230-й, ну, блядь. Лок написал. Ну хули, кузни яма, значит. Кузни яму собирай, нахуй эти залы. Залы потом пройдешь. Наберешь там ДД нормально. Он хил, на хила зайдет, раз-два. Ну, сначала локом посуну. Вон НХ убери. У тебя, во-первых, передал. Возьми с гильдии, потому что я не вижу. Вот там брать. Это с гильдии, да? О, ништяк. Это хил, по-моему, или кто? Я не вижу заметки. Энхрестер. О, заебись. Ну, у меня полетки нету, так что вам придется блядь, летать. В смысле полетки нету? Ну, у меня он наземный ДКшник. Не воздушный. Блядь. В смысле, ты еще голды не нашел? Не полетку взять? Я ее просто не брал, бля. Я как бы мог бы, блядь, но не брал ее, сука. На друида-то я взял, чтобы это, в облике летать. А танк нет. Блядь. Я сам танк. Говорят, танк 223 нужен. Может, ты в ДД? Да нет, ты гонишь, что ли? А чё? Какой в ДД? В танкошмоте. Меня там косарь выдают. Лучше танчить. Так, ещё базука зайдёт на руку. Танк пишет 223 протопал. Пригласи мага вот этого. Слышишь? Блять, будет мага пати. Вы сдохните все. Да похуй, зато ДПС будет. Давай бери мага. МК будет, блядь. МК нужно. У меня СРА уже будет 32 почти процента крита. И ждем этого. Где он нахуй? Кто ты говоришь зайдет? В рубильник еще лока, блядь, блядь. В рубильник. Этого бери в рубильника. Какого в рубильника? Вот, рога в волчате 1, 2, 3. Так а кто хилить-то будет, блядь? Да хуй знает. Ебать ты гонишь. Вон покидает группу кто-то. Возьми туда рогу, слышишь? Да, вот хил нужен.
Килл 200 сойдет. 200 хуй знает, ты танк смотри там. Марк 19. А ты кикнул кого-то, что ли, или что? Ну, ливнул же, лох. Чё он ливнул? Хуй знает. Пишет шаман, пишет паладин. Хил есть, шаманку заведу. Я говорю, а ты хил ровный? Ну, хилбот есть. Я говорю, о чем мне хилбот, ты умеешь хилить? Он говорит, да вроде умею, обещать не буду. В танке 9 лет, а за хила так балуюсь. Чё, берем, нет? Ну, бери. Хиллокер плюсует, погоди. Не, нахуй это второй локер, блядь, на хил надо. Вы там прилетели, нет? Своим ходом на один Хилгеркин там, этот, блядь, летает, выпьем на другой стороне. Слушай, блядь. Давай... Бля, кто такой врубильник? Хуй знает. Он говорит, мне на шаме КД, на кузню, я понял. Может, возьмем его вместо Роги? Бля. Еще раз, не понял. Короче, врубильник, я хуй знает, кто это такой. Вот, а можно... На шаме у Африлокера... У него КД, у Африлокера НХ, шаман. На шаме КД. Ну отлично, берем нашего лока с гильдии третьего. И все, ищем хила. Да, нахуй его искать, если заходит хил уже. Какой хил? Бля, тогда локу напиши, а фрилокер мне пишет. Я понял его, в общем, блядь. Ну потом, может, сходим еще мишкой, блядь. Ну, блядь, вам придется лететь. А чё, кто лететь-то будет? Земноводный. Никто летать не может, я уже на камне. Блядь, ебанулись нахуй. Ай, сука. У кого нет полетки? Рога вообще был мудор. Мах летит. Ну, два мага спасают мир, блядь. Мага спасает мир. А тебе сове нужно кузня гер? Какая сова, блядь, у меня мишка? Ну, медведю, блядь. Да? Вот, могу паладином потом сходить. После вот этой вот кузни ямы. Взять Африлокера. Ты друлем, он локом. Еще добрать хила какого-нибудь. Ну, вот так и сделаем. Плюс там два инста. Во-первых, это лут еще. Вам, в принципе, неплохо. И магу моему, может, тоже что упадет. И рукоять может упасть. Рукоять анролл надо было написать. Рукоять анролл. Прикинь, две упадет, блядь. Я когда, помнишь, в предыдущей гильдии были, у нас за 4 дня 3 рукояти упало, блядь.
Одна шолдерсу ушла, вторая еще кому-то, блядь. Короче, разошлись нахуй. Рукояти, блядь. Дед долго ломит. Пустила, смотри там. Давай, ангел. Держите меня семеро, блядь. Ткните в стол, блядь. Я выпил фласку на крит. 39% крита. Всем пиздец. Видишь, маги Локи, маги Роги, они контролят. И за счет этого мы выигрываем. Че? Контролят этих вас. Маги Роги. Чехлитит.
Как, блядь, балбес какой-то. Прыгает мой змей, блядь. Руки висят, как хуйня ненужная, блядь. Так, надо не затупить. Хорош, да? Захуяриваю, да, с стрелами. Ну да, это сало давать, выбух, выбух. Было бы КД, сало было тоже, ну, КД. Такой контроль жест. Один бегает, бля. Сначала нож, блять. Так, могу.
сегодня как раз. Дай мне плечи, дай плечи. Ты плеч надо? Угу. Забирай. А ничего, поешь, не знаю. Я, по-моему, за 200 голд продал эти плечи. Сам на танка тоже носил. 510 защиты, прикинь, еще чуть-чуть. Да, у тебя почти кап. Ну-ка, на тебя глянем. Смотреть, да, плечишки. Ну, вон шею поменять еще. И норм. Шею, наручи. Заебись. У них никаких бафов нет, полезных, которые можно было бы спить. Бля, смотри, летят туда, одного, то вдруг. Обожаю хак. Можно бить сразу две цели, а если две глыбы прокают, сразу две глыбы. Они вызывают, там еще поджигание не слабое. Я бегу, мне похуй. Бля, я же адепта кинул в овцу, что за хуйня? Всего-то стоит 4 моба. Ты трех мобов не смогут затанчить. Я не знаю, кто-то там сагрил еще.
Мята так дохуища. Нахуя там бежит мобов? Прикол. Кто-то загрил, ты загрил что ли? О, квест. Какая радость в этом проклятии. Куда?